Дорогие друзья, всем здравствуйте! Сегодня я записываю совместный ролик с моим младшим братишкой. Здорово, Никитос! Всем здорово! Ребят, кто смотрит давно мой канал, они знают, что Никита очень часто у меня появляется на стримах, очень часто появляется в видосиках, когда приезжает в гости. И всегда, когда он приезжает в гости ко мне, и всегда, когда у него что-то есть интересное в магазине, он меня слезно просит: ну, ты же всегда донатишь подписчикам себе, купи, пожалуйста, мне, я тоже хочу там тот или иной прикол. Ну и понятное дело, я не могу ему отказать, постоянно ему все приобретаю, я ему покупал очень крутые акции, у него есть все леги, кроме одной, Леона мы никак с ним еще не выловим в магазине, но в скором времени он как появится. А, вы даже можете вспомнить, когда я потратил все деньги, чтобы выбить тебе Леона, помнишь? Мы так его и не выбили, скоро он тебе выпадет, я тебе говорю. Короче, сегодня не исключение, он у меня в гостях, и у него есть в магазине новые скины, которые я, кстати, разыгрываю среди вас. Если кто-то хочет тоже от меня бесплатно получить скины, вот такой вот я всем доначу, все классно. Вам нужно всего лишь подписаться на мой канал, на мой инстаграм по ссылке в описании и под последней фотографией оставить «хочу скины». Но если хочешь более подробно узнать о конкурсе, лучше посмотри про видос про новые скины. Значит, сегодня, ребята, что у нас за челлендж? Значит, сегодня я куплю Никите все, что он захочет, я ему весь магазин могу купить абсолютно, за исключением гемов, вот все, что там продается, кроме гемов, да, ну и сундуков за гемы, то есть вот эти акции, вот это все, что добавляется ежедневно там или в какой-то период, я ему все куплю, но не просто так, всегда ему покупал просто так, за спасибо, но сегодня я решил сделать челлендж моему братишке. Короче, заслужи покупку, все, что тебе нужно сделать, это затащить катку, постараешься — куплю. У нас в магазине сколько получается? Вот эти два пака и 4 скина. Итого 6 товаров. Он играет 6 каток. Ему надо каждую катку взять топ-1. Если все 6 каток топ-1, я ему все, что есть здесь, покупаю. Если катка не топ-1, тогда не покупаю. И, в общем, играешь 6 каточек. Сколько каток выигрываешь, сколько товаров и покупаю. Согласен? Да. Отлично. Значит, смотрите, как мы сыграем. Будет 6 каточек, 3 из них он сыграет в соло, а 3 из них со мной в дуо. Ну, просто мне тоже хочется поиграть, я 6 каток не выдержу сидеть смотреть. Держи, Никит, планшет. Ну что ж, ребят, усаживайтесь поудобнее, подпишитесь на канал и поставьте лайк, нам будет очень приятно с Никитой. Вот, и обязательно вам это нужно сделать, если тоже хотите бесплатные скины себе получить. В общем, ребятки, рекламная пауза, а ты пока выбирай персонажа. Погнали, ребят. Так. Итак, ну что ж... Никита выбрал Спайка, поехали, выбирай режим столкновения, одиночное, все, поехали. Первая каточка он играет в соло, следующая в дуо, потом опять в соло, потом опять в дуо, и так 6 каток, чередуя, ну, не режим, а, не, ну, формат режима. Так, ну давай, Никита, старайся, это такая классная мотивация, согласись, так интереснее получить донат, чем просто Ваня задонать, а Ваня просто купит. Интересно же его заслужить, аккуратно. Хорош, молодец, Никитос. Старается. Так, его плохо видно, давайте я сделаю, я не знаю, микро, блин. Вот так вот. Не, играй как тебе удобно. Я тут настрою сам вебку, давай я, может, как-то вот сюда ее поставлю. Давайте я ее поставлю сюда, ребятки. Когда вот с младшим братом записываешь, тогда лучше сюда ее оставить, по центру. Думаю, его не видно справа. Да его и здесь закрывает микрофон. Ну ладно, я думаю, не этот. Так, ну что, опа, опа. Так, хорошо, 5 бойцов осталось, блин. Если честно, ну так, чисто вот по секретику вам скажу. Я согласился еще на это, потому что, ну, мне кажется, что все каточки топ-1 вряд ли вот. Ну вот сейчас он играет, и что-то мне подсказывает, что придется мне вывернуть карман. Потому что там 2 скина по 300 гемов, потом по 80 и 2 пака. А, класс. Никит, ну, у тебя супер мотивация. Тем более сейчас режим такой, двойная проблема с напиточком, вообще интересный. Очень легко играть. Так, розочка, чпок, чпок. Ух ты, блин, с одной тыки не вынес. Так, 2 банки подобрал. 13 банок, 13 банок. Но это хотя бы не Пайпер. Если бы Пайпер была, тебе было бы сложнее. Мишку убивай. Так, ну что, осталось, Никита, еще 2 бойца. Давай. Ой, ой, ой. Тебе надо постараться. Мишка сейчас тебя просто... Ой,
Ой, зажимают. А, сволочь. Итак, осталось у него 5 каточек. Первый он не смог выиграть. Ну, там, понятно, там, короче, Нита. Я подумала, может, я кого-то другого возьму. Ну, я сейчас иду с тобой. Сейчас мы в дуэ играем. Да бери кого хочешь, мне все равно. Ладно, давай, пойду. Мне... Поверь, даже если бы ты за кого-то другого играл, в этой ситуации бы ты все равно бы, скорее всего, проиграл. Потому что тебя зажали, кольт снизу, это справа, давай, ставь, поехали. Все, сейчас играем мы с ним вдвоем, в дуо. Конечно, сейчас в дуо зависит как и от меня игра, так и от него. Но тем самым интереснее играть. Мы так договорились, такие у нас условия, разнообразить челлендж. Ой, у меня еще со звуком игра. Так, я буду играть за Пенни. Мне понравилось за нее играть. Оп. Так, оп. У меня тоже такой с ним есть. Оп. Так, оп. Тихо. Ой. Прицеливайся, пожалуйста. Ой. Оу, оу, оу. Быстренько мы отыграли. Итого уже минус 2 места. Да, печалька. Ладно, Никитос, давай. Следующий бой соло у тебя. Без меня. Блин, печалька, вообще плохо сыграли. Тебя Пенни, да, убила? Да. Да. Ну, не надо было стоять за мной, блин. Тебе вообще нельзя было за мной в центр идти. Я рикошет убегал. Тебе нельзя было в центр. Я в центр пошел, потому что меня рикошетит хотя бы, я мог. А тебе надо было аккуратно где-то, чтобы ко мне не подходили в центр, вокруг бегать было... Ну, ладно, мне-то что? Мне катку надо выиграть. Блин, а у него немножко подлагивает. Он с другой точки Wi-Fi подключился, но в целом, я думаю, справимся. Так, ну давай, Никит, осталось тебе сколько? Две катки, две сыграл, еще 4. Нормально, там еще 4 скина можно купить. Там из этих 6 два товара не очень, то есть ради них напрягаться как-то так себе. А вот 4 скина, конечно, круто. Не спеши, Никита, что ты делаешь? Ты куда так? Ты банку взял, ты не бессмертный. Запомни это. Блин, почему вот когда... Никита, там же Биби. Нет? Или она ушла? Да. Не-не, справа вот тут Биби внизу, нет? А, нету ее, лол. Вот она. Почему вот когда я всегда покупаешь новый товар, старый у тебя начинает дико лагать, как будто он уже все реально... Ну, вот я купил новый планшет, вообще лялечка. На этом что-то подлагивает в последнее время, непонятно. Так, 7 бойцов еще. Ну, в принципе, нормально. И коктейль возле тебя. Я бы... О, забрал бы сейчас коктейль, пошел бы убивать. Була. Что там? Не, пускай. Не, да убирай. Тебя. Ну, окей, я не лезу, чтобы потом не быть виноватым. Потому что мне кажется, что мои подписчики после этой катки предыдущие сейчас напишут, что мы проиграли из-за меня. Вот. Поэтому пускай он сам играет. О, ну тут уже у него шансов побольше взять топ-1. 7 банок у Була, но Бул, типа, Шон, это ближник. У тебя есть ульта, отлично. Ой, ты шо так, ты, блин, так играешь агрессивно. Так, 8 банок, проверь кусты. Давай 5, итак, первый товарчик он выиграл. Он потом выберет, что ему покупать. Идем в дуо, погнали. Также на спайке будешь? Задоначу я ему в конце ролика. Погнали. Ой-ой-ой-ой-ой, пошел в бой. Я пошел в бой. Ладно, Никит, играй еще одну катку в соло. Будем два раза. А потом сыграем два раза в дуо, да. Блин, я пошел в дуо с каким-то рандомом, и который стоит, не играет, смотри. Пошел в дуо. А, камера тут. Мой напарник стоит, не играет, блин. Вот так повезло, так повезло. Ого. Так. Прикинь, если мы сейчас подобрались друг с другом. А, ты же не в дуо, ты же в соло. Так, ну я играю... К тому же у меня же нету 500 кубков на спайке. А, ну да, это ж тут по кубкам. Не, ну у меня напарник овощ конкретный. Просто стоит на месте, ничего не делает. Так. Так. Что там у тебя получается? У меня не очень. У меня тоже. 9 бойцов у тебя, 0 баночек, да? Так. Мой напарник сдох. Блин, я не знаю, как-то ни меня, ни тебя не видно. Наверное, все-таки лучше камера здесь. Вот здесь, вот так вот. Потому что оно так вообще плохо видно.
Так, сейчас. Все. Мне тяжело, ребят, настроить камеру, чтобы этот микрофон не закрывал никого. О, 7 бойцов у тебя, давай. Когда так играешь, страшно очень. Да ну да, я. Ну это мотивация очень хорошая. Я когда. Согласись, так интереснее играть, и интереса больше выиграть катку, понимаешь? Интерес-то есть, но страшно. Ну страшно-то понятно. Я себе тоже такие челленджи. Прикинь, я поставил себе челлендж в одном из роликов. Если там не выиграю, то постригусь на лысо. Знаешь, как мне было страшно? Хоть я, ну и был готов на это. Так, оп. Догадываюсь. Так. О, хорошо. Так. Так. Фак! Шо? А, проиграл, да, катку? Ну, я тоже проиграл. Так, получается, мы 3 катки уже, да, отыграли? 3 катки. У тебя еще 3 попытки забрать каких-то еще 3 скина. Ну, смотри, ты уже один выиграл, как минимум. То есть, ты можешь уже как минимум новый скин выбрать, вот любой, Робомайка или этого, правильно? Правильно или неправильно? Да, правильно. Ну, давай, погнали. Так. Я тебя приглашу. Давай. Где? Приглашай еще раз. А ну-ка. Полник код. Да. Не беспокоить, убери. Так. Все, я тебя пригласил. Парное столкновение. Поехали. Хотя, стоп, давай я так, чтоб... Да не, ладно, я хочу на Пенни. Нам просто не повезло. Нам просто не повезло, первая каточка. Я буду в стронке, ты... Ну да, тебе желательно не идти в центр, потому что если умру я... То окей, ты хотя бы оставишься жив. А так, если мы вместе пойдем, нас там 2 убивают. Вообще в центр нежелательно идти, ни мне, ни тебе. Ну, я же думал, я пока пойду там где-то рискну, а ты аккуратненько там будешь отстреливаться. А в итоге и ты, и я умер. Блин, ну чё, у меня Wi-Fi зал весь. Так а шо, Булл, шо он тебе сделает? Ты же за Спайка играешь. Так. Оп, отлично. И Шелли тоже. Банджи, мочи, как ты ее подпустил вообще? Она дура, тупорылая, блин, вообще на дальника пошла. Оп, я ее убил кольта. Так, аккуратно. Оп, кто возьмешь, я или ты? Давай я, или ты? Ну давай, ты же тащишь челлендж, давай. Сегодня ты гвоздь программы, не я. О, у меня тоже тут есть баночка. Только, пожалуйста, аккуратно, Пайпер тебе с 2 тык может вынести. Так. Так. Оп. Есть. Так. Ух, тут жестко. Умрешь? Ха-ха, красава. Я там тоже хулиганил. Так, давай, я тебе. Давай, ты должен их забрать один. Давай, не буду лезть к тебе. Я уже на подстраховке был. Ну что ж, вторая катка победа, это уже 2 товара, как минимум. Охренеть, это уже... Класс. Хотя, что ж классного? Давай дальше. А, мы 2 катки дуо, да? Это 4-я катка. Сейчас 5-я, а потом последняя 6-я. Жестко. Да, это жестко. Поехали. Ну все, ты уже на 2 новых скина как минимум заработал. На Робо Майка. И бомбеху, да. Главное, я сейчас не расслабляюсь. Да, я аж не знаю, может, ты выберешь ворона за 80 геймов. Так. Я имею в виду, главное, сейчас не расслабляться. Оп. Ну, мне-то можно расслабиться. Мне это на пользу. Я деньги сэкономлю. А тебе нельзя расслабляться. Не, ну я же не буду специально проигрывать. Так. В моих интересах, конечно, Никита, чтобы ты больше проиграл, нежели выиграл. Потому что я экономлю, но... Тихо. Давай, надо забирать, все. Ой, там этот подходит. А как ты умер? На меня, этот садом. Ну все, как мне тут выжить? Скажешь, не скажешь? Я убил ворона, но, к сожалению. Ну все, мы в дуо откатали все 3 катки. Блин, минус 5. Мы в дуо откатали 3 катки. Тебе осталась последняя сейчас каточка. Нет, за... я как 3? Ну, вначале одну или две. Так, давай посмотрим.
У меня уже нету карты. Это была разве последняя? Вот, так. Одиночная, вот, до. Так, вот, раз, два, три, до, четыре, одиночная. Пять. А, до, нет. Я же тебе говорю, еще одна катка. Только в до это, получается, будет еще. А, две катки до. Да, мы скатали только две. Да. Не, давай так, давай сыграешь ты сам соло последнюю катку. Потому что, ну не знаю, мне кажется, что все-таки дуо, тут еще я могу быть виноват, чтобы потом это было... Я поменяю бойца, нет. Меняй бойца, давай, знаешь, ну только не мелкого бери, не хитри. На мелком тебе будет очень легко взять топ-1. Ну, Брок, 300 куб... Ну давай, окей, Брок, на Броке надо еще попадать, 300... это не спайк, на спайке проще играть. У меня 300 куб, кого-то хорошо, хорошо, давай, Никитос. Последняя каточка, ребят. Все решает победа или поражение. И, ну, пока ты на два товара, да, заработал? Пока, да. Сейчас мы увидим, я ему покупаю три товара, или же остается все так же два. Ну, я так понимаю, скина будет, я не знаю. Посмотрим, посмотрим, все зависит от него. Оп, вот это ему фарт, что за него коктейльчик. Так, пошел, пошел, пошел. Да лучше бы ты... Оф, жестко двоих, да? 7 бойцов осталось. Найс. Так. Так, так, так. А тут никого нету. Холдик Кот. У тебя клан Холдик Кот Элит? Просто Холдик Кот. Заходите. Заходите в клан Никиты. Я сегодня почищу после этого. А покажешь сейчас клан после этой катки? Да. Так. Сейчас у него 100 бойцов, но я почищу. Ребята, опа, я нифига, я не знал, что там кто-то есть. Я видел, что там кто-то. Дорогие друзья, не забывайте, что сегодня у нас результаты тоже на скины. Сегодня я буду выбирать 10 победителей на Роба, Майка и Бо. Если вы хотите тоже от меня бесплатно получить. От меня, вас задание попроще. Это подписка на Инстаграм, на мой канал, на лайв-канал подписка. Господи, три, фух, забирай все. Подписка на мой лайв-канал, на мой инстаграм, на мой основной канал, там еще надо на арте подписаться. Ну, в общем, если вам интересна такая тема, посмотрите ролик с конкурсами, да, и участвуйте. Да ты шо, красава, давай. Ну, молодец, шо. Итого, давай, показывай, что ты хочешь, заходи в магазин. Ну, и сейчас мы посчитаем, сколько надо гемов и сколько надо задонить. Я так. Хочу 3 мегаящика. Так, 119 гемов. Бомеху и робомайка. Так, это получается 600, это 700 гемов, да? 720, да. 720. Это, посмотри, это будет ровно. Я знаю, что это. Я знаю, что это. Так, сколько это? 2 по 360? Ну да, это будет дешевле на 10 баксов. А, окей, 2 по 360, но там немножко гемов останется, да, у тебя, по-моему? Не, это будет ровно. Доначу, ребятки, доначу, как и обещал. Слово держу. Так, молодец, Никит. Ну, я считаю, даже хорошо, что ты 3 проиграл, а 3 выиграл. Ну, 6 бы это было. Не, ну, выиграл бы 6, получил бы все 6 товаров, блин. Условия есть условия. Так, держи. Так. Все, Никитос, покупай. Я это удовольствие у тебя забирать не буду. Я задонатил ему, вот, смотрите. 700 гемов, все есть. Стой, стой. А, ну ладно. Сейчас сделай скрин, что ты его получил. Так, есть. Не-не, а хотя ладно, все, покупай, покупай. Ой, он пропал, блин. Вот это сделай скрин. Сделай скрин. Оп. Ой, мне еще вышло. Есть. Так, покупай. Надо было сфоткать, что. Ну ладно. Так. Да не, не надо это скринить. Так, дай вот это скрин сделай. Так. И скрин вот. Вот так. Вот так. Так. Давай. Все, нормально. Все? Итак, покупаем и самое интересное. Вот это, ребята, да, возможно, сейчас выпадет Леон. Но если не Леон, то пассивка точно. Ну давай. Давно ему не падал Леон, мы ему сколько? 5. Mm. Так. Следующий. Их 3, да? Да. Так. Ну, давай 6. Ах. Последний мегаящик. Надо, чтобы подписались вы, ребят, вот в этот момент. Подпишись, и бы выпадет Лего, смотри. Да. Давай. Я же говорил! Я же... Только... Стой! Стой, стой, стой! Я же говорил, что кто подпишется, выпадет Лего. Но! Тут еще не факт. Может быть, пассивка. Ребята. Ребята. Подпишитесь сейчас все. Тупо все, кто не подписан. Потому что только вы подписываетесь, сразу шанс на Лего повышается. Ну давай.
Ай, рикошет. Ну ладно, ладно, ладно. Да. Ничего, ничего. Так, ну все, в принципе, ты доволен? Да. Я тебе купил 2 новых скина, у тебя еще Аня гемов не осталось. Ну, в любом случае, красава. Ребята, вот такой вот получился ролик. Что ты в носу ковыряешься на видео? Ребята, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на лайв-канал, на инстаграм-канал. Вот, вступайте в клан Никита. Ну, Никитос, покажи свой клан. Вот, вот его я клан. Почищу. Он почистит, будет ждать вас. Добавляет друзья, играет со кланами, не то что холдик ЧСВ. Спасибо, Никитос, что $40 у меня сбрил. Вы тоже участвуйте, тоже на $100 там, не, на больше, чем на $100 там конкурс. Участвуйте, ребята. Всем удачи и до новых встреч. Скоро увидимся. Пока. Попрощайся. Всем пока.